План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 6 июля 2013 года. С 10 до 17 часов выставка «Муромград», выставка Юрия Беззубова «Художник и город», выставочный центр Муромского историко-художественного музея, улица Московская, 13. С 10 до 14 часов веселая карусель для детей дошкольного и школьного возраста, театрализованное представление, игровые программы, мастер-классы, спортивные состязания, аттракционы, лего-фестиваль. Площадь Победы. С 11.00 до 12.30 «Горизонты семейного плавания», конкурс читающих семей. Площадь имени 1100-летия города Мурома у Центральной библиотеки. С 11.00 до 12.30 открытие фестиваля ремесел «Муромская ярмарка», концерт ансамбля «Мурома» и ансамбля «Владимирские рожечники», сцена на улице Ленина. С 11 до 18 часов фестиваль ремесел «Муромская ярмарка», площадь имени 1100-летия города Мурома. С 11 до 23 часов торговая ярмарка, улицы Ленина, Советская и Московская. С 12 до 14.00 «Муромское подворье», площадь имени 1100-летия города Мурома. С 12 до 16 часов «Февронюшкина тропа», интерактивная театрализованная программа с мастер-классами по рукоделию и декоративно-прикладному творчеству, площадь имени 1100-летия города Мурома. «Мама, папа, я, дружная семья», театрализованный концерт, игровые программы, конкурсы, сквер улицы Московской. С 12 до 18 часов выставка цветов «Ромашковое лето», площадь имени 1100-летия города Мурома. С 12 до 18 часов фотовыставка фестиваля «Ладья семейного счастья», свадебный Эрмитаж, площадь имени 1100-летия города Мурома. С 13.00 до 14.30 показательное выступление, мастер-класс по спортивным танцам лучших танцевальных пар Владимирской области, сцена на улице Ленина. С 14.30 до 15.00 парад участников фестиваля «Ладья семейного счастья», свадебное кольцо, улица Льва Толстого, Московская, Ленина. С 15 до 17 часов торжественное открытие праздника и фестиваль семейных пар «Ладья семейного счастья». Награждение семей, 50 медалистов, 18 обладателей губернаторских сертификатов, 9 семей года, 4 победителя конкурса «Отцовство, долг и дар». Далее шоу-программа «Ромашковые поля», сцена на улице Ленина. С 17 до 18 часов торжественное открытие православной гимназии преподобного Ильи Муромца, улица Московская, гимназия. В 19.00 эстрадный концерт «Фейерверк», главная сцена на набережной реки Оки.